Делегация Китая и Казахстана договорились о расширении культурных обменов на встрече в Астане. Она прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Участие в мероприятии приняли представители политических, дипломатических, деловых и медийных кругов, а также общественные деятели из двух стран. На встрече состоялась церемония запуска совместного телепроекта китайских и казахстанских СМИ под названием «Общая мечта». Кроме того, Евразийское бюро медиакорпорации Китая заключило соглашение с туристической компанией при Министерстве культуры и спорта Казахстана, а научно-исследовательский институт медиакорпорации Китая подписал меморандум о сотрудничестве с Евразийским национальным университетом имени Льва Гумилева. Завершающий блок мероприятия посвятили трогательной истории дружбы китайского композитора Сянь Синьхая и казахстанского музыканта Бахаджана Байкадамова, а также их потомков. Дочь Сянь Синьхая записала видеообращение к собравшимся, а дочь его товарища выступила на сцене. История этих семей стала символом дружбы двух народов, переходящей из поколения в поколение. Мероприятие завершилось выступлением казахского оркестра Государственной академической филармонии Акимата Астаны.